Записываем, настроим дрон. Дальность. Так. Так. 2700. Высота 500. Возврат 103. Так. Попробую на 500 метров взлететь. Горизонт найти. Так, стабилизируем. Посмотрим. Что за прошивка, высота 500 метров? Так, поехали. Поднимаемся на высоту. Двадцать восемь метров высота. Посмотрим, сколько поднимется. Сто двадцать пять, 130, 140, 140, 150, 150. Да. Поднялся высоко. Работа, значит, программа свыше 500 метров. Так, повернем немножко его. Деревня. Так, 212, 214. Классно работает. Двести шестьдесят, 270. Триста, 34.
Камера управляется, хорошо. Повернуть его. Триста семьдесят восемь, 81. Блин, 422. Вообще не видно, не слышно его. Немножко на ЗРС посмотрим. На город сдали 449 460 68 69 70 72. Это хорошая программа. Все. 500. Ну-ка, где у меня этот горизонт? Что захлопало? Пролетим немножко вперед. Угу. Все, домой. Return home. Все, норма, пошел на 500 метров, поднялся. Stop, return home. Return home. Медленно спускается. Поднялся быстрее, чем спускается. Stop, return home. Так, попробую вручную опустить его.
313. 34 хватит, нет батареи. Пока она работает. Это для чего она? Неизвестно, камер, конечно, кренит. Уже слышно, еще не видно, но слышно. 157 метров. А уже видно. Давай, садись. Летальный перед на 500 метров. Все нормально.